Добрый день, наши дорогие друзья. Публика, которую мы с нетерпением ждали этой встречи. И, конечно, когда мы приезжаем в этот чудесный город, нами очень любимый, очень востребованный для артистической Мекки, Одесса – это то, где мы всегда с трепетом проводим как свое досужее время, так, естественно, готовимся к концерту. Всегда приезжаем заранее. Как минимум день-два надо на адаптацию для того, чтобы прийти от удовольствия, радости и прочих эмоциях, подготовиться серьезно к концерту. Концерт у нас состоится завтра, 21 августа, в 19:00 в этом прекрасном здании Одесская областная филармония. Конечно же, с нетерпением ждем наших слушателей, с нашими. А репертуар наш традиционный, песен у нас очень много, но самые главные песни, это песни, которые знают наши зрители и слушатели. «Клен», «Обручальное кольцо», «Белый теплоход», «Прощай» и прочее. Мы неизменно их исполняем, потому что с нами их поет весь зал, и это здорово. Это делает атмосферу теплее, а встреча незабываемая. Я приехал специально для встречи в Одессу, чтобы выполнить долг перед тем, чтобы спеть песни для одесситов. Вот, встреча песни и свои пару песен, у меня есть свои, которые я хочу исполнить здесь на сцене. Для меня большая честь, я первый раз в Одессе, мне очень все нравится, архитектура замечательная, люди приветливые. Вот, мы были в детском доме, и один мальчик подарил мне маленький самолетик. Я тронут был, потому что я заканчивал Черниговское летное училище в свое время. Ну, будем так сказать, это не связано ни с чем. Но я был тронут, что он мне лично подарил этот маленький сувенир. Вот. Хочу пожелать вам приятного прослушивания песен. Леся песня, все песни о добре, о любви. Самое главное, чтобы у человека была любовь, добро и человечность. Нам всегда очень приятно приезжать в Одессу. А мы здесь не первый раз, как сказал наш руководитель и шеф. Нас всегда здесь очень хорошо принимают. Мы всегда здесь себя очень хорошо чувствуем. Здесь очень много друзей у нас. Даже можно вспомнить армейские годы, которые очень-очень далеко. У меня одесситов служило, не знаю, человек 15, станция раздельная в сторону Кишинева. Вот так вот. И все вот общаемся с ребятами там. Вот такое вот. Поэтому Одесса всегда любимая и желанная. Я вырос на этих песнях, я их пою, я их буду продолжать петь и всем рекомендовать их слушать, потому что эти песни снова же о любви, о счастье, о человеческих нормальных отношениях. Почему бы их не петь постоянно? Но мы репертуар обновляем, конечно же. Берем какие-то песни еще внеконкурсные, скажем так, внепрограммные песни, но красивые там. Добавляем их в концерт, когда, допустим, люди с нами общаются и бесовки просят там на бис, там, то все. Мы добавляем еще песен тогда, потому что мы не можем людям отказать в этом. Уважаемые одесситы, приходите завтра к нам, не к нам, а в филармонию Одесскую. На наш концерт. Мы будем снова рады вас видеть от всей души, с любовью и благодарностью. Проведем этот незабываемый вечер.